Текс. Интересная фиговина получилась. Значит, подключаем ленточку. Должно два диода в конце загореться. Так, сейчас это к земле. Все, есть. Вот что происходит. Прикол в чем? Вот у нас, значит, это питание, этот пин, вернее, этот отвод у нас отвечает за данные. Вот. Насколько мы знаем, данные принимает лента в виде волн. Ну, то есть значений по времени. Если вытащить эти данные, скажем, шнур данных, вот он, и к нему прикоснуться, происходит такая штуковина. Причем с любым другим предметом такого не происходит. Кроме одного момента. Вот, кстати, так тоже впритык. Контакт минимальный. Но есть один момент. Например, берем какой-то металлический предмет, кастрюлю. Подсоединили. Ну, как бы идет непосредственный контакт. Палец убираем, оно остается. На каком-то минимальном расстоянии оно без касания ловит. Берем предмет побольше. Вот, например. Та же процедура. Теперь она начинает ловить на большем расстоянии. А если так сделать? Все. Собственно говоря, создаем антенну. Данные принимает уже так. То есть мы данные передаем волной. Решеточка. Стандартное решение для антенны. Вот я отошел. Окей. Что сделать, если, что будет, если мы сделаем вот так? Все не касаются, да, тут не видно. То рука как бы находится там. Теперь расстояние увеличилось. Ну, предметов, слава богу, у нас много. Пробуем такую штуку. То есть предмет уже достаточно внушительный. Сам он ничем не запитывается абсолютно. То есть это пассивная антенна. Вот. Причем оно пробивает в начале первые диоды, потом доходит. До последних еще не дошло. Добавляем больше различных форм. Кстати, вот тоже. Такая у нас индукция получается. Так. Естественно, при контакте теперь при легком контакте горят все по максимуму. Максимальное значение принимает. То есть таким образом оно принимает какое-то рандомное значение, выставляя какой-то цвет. Не знаю по какой логике абсолютно. То есть что оно там себе считывает. Ну и последняя фишка, которая, в общем-то, прям вот делает из этого супер мощную антенну. Теперь я вообще ухожу практически из комнаты. Сейчас она где-то успокоиться должна. Но оно, видимо, уже не на меня реагирует. Может, Wi-Fi ловит, еще что. Но если я к ней подойду, все максимально практически везде. При плотном контакте можно даже пробить следующий диод при такой конструкции. Я не знаю, как это можно еще использовать и что это значит, но это прикольно. То есть мы уже пробили до, по факту, какого у нас 11-го диода. Вот 11-й диод у нас засветился. Все.
12, 13, 14. Ну, до 15 я не достигну. Слабоват буду. Не такой энергоемкий. Вот. Но, тем не менее, у нас все диоды сейчас светятся по максимуму. Ой. Отхожу дальше. Ухожу в другую комнату. Магия. Так, теперь попробуем конструкцию немножко разобрать. Добавим решетку только сюда. Магией занимаюсь какой-то. Так, теперь вернем наши данные в исходную. Так, сейчас что-то оно. Опять подсоединяем к кастрюле. Вот у нас что-то горит, пятый сюда идет. Ладно. Сбоку влияния нет. Стоит только перекрыть. Причем выключить диод тоже можно, он не только включается. Причем принимает какие-то значения. В чем интересная такая штука? Вот я встаю, вот двигаю. Так, наверное, лучше будет. Вот встаю. Или вот. Если я буду совсем неподвижным, ну я не могу неподвижным, я все равно вокруг нее скольжу. В общем, если я не буду двигаться, значения почти не меняются. Только я стоит мне начать дрейфовать, но принимать новые значения. Они какие-то постоянные значения, какие-то закономерности есть. Какие-то мы волны уловим. Не знаю, просто интересная штучка. Надеюсь, на камере видно будет. Когда прикасаюсь, вообще. Ну, как-то так.